Личный пример особо ценится в педагогике. Тем более, если речь идет о творческих дисциплинах. Екатерина Скальненкова принимает участие в конкурсе в пятый раз. Всегда в числе лауреатов. Увлекаться музыкой начала в 9 лет. По ее словам, именно преподаватель становится для ученика примером и стимулом для творческого развития. Такой учитель-наставник когда-то был и у нее. Сейчас Екатерина преподает в музыкальной школе, в которой когда-то училась. Этот конкурс широко известен. Это замечательно, что проводятся такие конкурсы. Посмотреть на профессионализм своих коллег, чему-то у них поучиться, показать себя, показать, продемонстрировать, какие навыки, какие качества были воспитаны в нашей детской музыкальной школе. Конкурс провели в двух номинациях – методическое творчество и исполнительское мастерство. Звучали композиции на клавишных, струнных, духовых инструментах. Помимо сольных выступлений, можно было выступить в составе дуэта, ансамбля или оркестра. Присутствуют на этом конкурсе исполнители на различных инструментах, преподаватели. И всегда приятно, когда все исполнители находится в хорошей артистической форме. Исполнительское мастерство показывает по высшему пилотажу, поэтому мне это очень приятно. Конкурс профессионального мастерства призвания проводится с 2014 года. В нем принимают участие педагоги из Самары, Санкт-Петербурга, Смоленска. Всего порядка 200 участников из 24 образовательных учреждений. Педагог должен быть играющим исполнителем для своего ученика. И как мы играем сами, так мы и научим своих учеников, своих детей играть. Это традиционный смотр профессиональных умений, навыков наших педагогов. Это важно. И особую значимость он, конечно, обретает в год педагога и наставника. Чему, собственно говоря, этот конкурс в этом году и был посвящен. После церемонии награждения со сцены прозвучали лучшие номера конкурсной программы от тех, для кого музыкальное и преподавательское искусство стало призванием. Галина Топилина, Константин Головин, «События».